Здорово, комрады! Сегодня на тестах покажу соболя первого и бобра. Меня просили показать плотницкие тесты с обоими этими топорами. Вот сейчас я это сделаю. Начну с соболя. Соболь первый. Задача справился. Теперь буду тестировать бобра на той же самой позиции. Рубка чаши. Вынос массы. Так, топорик убрать в сторону, мешается. Thank you.
Фу, так, больше я не буду дорабатывать чашку внутри. Что-то как-то не очень удобно. Дальше, ну, сделаем протеску. Начнем опять с соболя. Выберем какой-то участочек. Ну, даже здесь сучок есть. Пускай будет сучком. После бобра рука маленько устала. Так, видно, нет, видно. Делаем надрубы. Соболь. Теперь будем здесь бобр. Фу, ладно. Не буду дальше мучиться. В принципе, мне и раньше было все понятно. Сейчас, думаю, и вы все увидели специфику. Увидели специфику и того, и другого топора.
В общем так, эти два топора — это рубилы.